долгая зимняя пауза позади. 14 января «Арсенал» чартерным рейсом из московского аэропорта Домодедово прибыл на тренировочный сбор в Турцию. В гостеприимном «Белеке» красно-желтые пробудут до 27 января. В течение сбора запланировано 4 контрольных матча. В распоряжении главного тренера Игоря Черевченко 32 футболиста, в том числе представители молодежного состава «Оружейников». Первая тренировка наступившего года на поле отеля «Корнелия Даймонд» прошла под дождем. Началось занятие с поздравлений. Лесовому 12 января исполнилось 22 года. Команда поздравила полузащитника традиционным коридором. И еще одна приятная новость. У тренера по физподготовке Михаила Соловья сегодня родилась дочь. Я очень рад этому и команде спасибо за поздравления. Чувствуете, что ребята соскучились по работе, соскучились по футболу? Да, конечно, отпуск большой, и ребята видно, что на эмоциях. То есть готовы работать, полны сил, и мы рады такому настроению от них. Квадраты играли, пробежались, продышались в первый день после дороги. В принципе, больше ничего не нужно. Считается, что на первом сборе много дается физических нагрузок, но у нас и 4 спарринга. Вот как это стыкуется друг с другом? Будем сочетать и работу по функциональной подготовке, плюс работу по взаимодействию игровым, и, естественно, игры – это необходимость. Мы для игры в футбол, в принципе, все и делаем. Чем больше игр, тем лучше как для игроков, так и для тренеров. «Арсенал» без раскачки включился в подготовку к весенней части чемпионата России. Все подробности тренировочного сбора в «Белеке» смотри на «Арсенал ТВ». Будь в курсе самых интересных событий «Оружейников». Подпишись на «Арсенал ТВ».